В рамках Всероссийской недели добра бердские волонтеры-аниматоры устроили на главной площади города настоящий праздник – День семьи. К участию приглашались все. Зарегистрированным участникам, а их набралось 20 человек, был предложен гейм-квест. Люди у нас регистрируются в маршрутных листах наших и проходят по станциям, где проходят всяческие семейные эстафеты, семейные какие-то конкурсы, и тем самым мы развиваем семейные ценности. Участникам предстояло пройти несколько станций, которые были разбросаны вокруг площади. На станции «Семейный крокодил», например, происходило формирование и сплочение команды. Участникам предстояло сыграть в адаптированную разновидность классического крокодила, мимикой и жестами показать загаданное слово или фразу. Это почти то же самое, только там идет не один человек, а вся семья, вся команда вместе. И они решают между собой, как они кого-то покажут, как они выступят, для того, чтобы они взаимодействовали между собой. Аниматоры всеми доступными способами старались привлечь внимание участников и просто прохожих, втягивая их в игру. И взрослые, и дети с удовольствием демонстрировали свои умения в музыке, в спорте, в рисовании. Мы гуляем здесь каждый день и попали как раз. В принципе, рады, что здесь проводятся такие мероприятия. Вчера тоже с ребятишками играли, подвижные игры. Прошедший праздник показал, насколько хорошее настроение может быть заразительным и как мало надо для того, чтобы его создать и поделиться с тем, кто рядом.